У меня по этому поводу есть определение успеха. Успех – это когда возможность встречается с подготовленностью в условиях крайней необходимости либо высокой мотивации. Так вот, теперь, когда мы говорим о закономерном успехе, то есть о закономерном везении. Везение можно не привлекать, ты его не привлечешь, но можно эффективно находить, можно так сказать. И для этого у меня есть формула нахождения везения. Она звучит так. Первое, диапазон ваших действий. Диапазон ваших действий. Деленное на время и помноженное на размер, на масштаб.